выхватил. Хорошая поклевка такая прям была. Такой прям удар еще прям смачный прям. Это у нас без какого-то прям на передней сидит. Где у нас пацанчик? Прям на первый крючок взялся. Ну-ка. Иди сюда. Ух ты, ух ты. О! Вот это да, друзья. Вот это я в шоке сегодня. Вот это я сегодня в шоке. Ну-ка. Ну-ка. Охереть. Вот это я сегодня в шоке. Вот это за... Иди сюда. Сейчас мы включим. Где-то там опять на последний крючок прям. Хороший красавец. Вот. Ах ты. Да что ж такое-то? Что ж ты будешь делать? А так есть. Всех приветствую, дорогие друзья. Приехал на рыбалку на леща в Волгоград. Сейчас будем пробовать в очередной раз ловить леща на яйца. Конечно, удовольствие неописуемое. Вот столько вот каши. Сейчас закинул. Сейчас будем ждать. Вот первая поклевочка у нас была. Ну ничего, ждем. Сейчас в очередной раз, наверное, скорее всего, я, наверное, крайний раз сюда приехал на леща. Сегодня порыбалю, посмотрим, поймаю, не поймаю. В следующий раз поеду уже туда на Дон. Пытаться сазанчика поймать, саменка на квок. Будем квочить. Будем, в принципе, выцеплять хорошего сама. Все, ладно, ждем. Всем удачи. Че, друзья, опять я выплыл на леща. Сейчас поедем, заводим. Сейчас поедем на глубину. Друзья, закинул якорь. Ох. Течение, конечно, на Волге у нас сильное. Тяжело держать и завязывать одной рукой. Вот так. Так, сейчас еще вот этот завяжем. Чисто контрольный. Вот так. Пойдет. Вот так ровненько нас стало. Ништяк, вот веревочку сделали. Если чуть разворачивать, чик, потянули. Все, ништяк прям. Стал я на 8 метров. Так, сейчас будем пробовать. Так. Поводочки, главное, смотрите. Когда вы будете вязать, то есть, когда отрезан у вас поводок, не вот так вот вяжете, а в противоположную его сторону ставите на себя и завязываете, чтобы когда на волне, но на течении он играл вот так. Если вы привяжете, получается, вдоль по течению, да, леску, он у вас постоянно вот так будет путаться и все. Вот такой, друзья, спиннинг. Яички грамм 180-200 где-то, ну приблизительно, точно не помню. Крючочки, вот такой поводочек, сантиметров 8-10, крючков 5. Так, сейчас я одну кормушку буду закидывать без каши, а на вторую с кашей, так как каша у нас
Ну, не так много, хватит, тогда если я обе кормушки закину, хватит ненадолго. Часа, наверное, на два. А так хочется порыбалить часов пять. Сейчас вот насадим просто червячков у нас. Так. Червячки нарыл. Сегодня, правда, половина земляных, половина навозных. Ну ничего. Попробуем половить. Так, один есть. Так, второй. Там уже мужичок квокал сидел. Боль, 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 боль. Тоже надо уже на квок ехать. Сейчас следующая рыбалка. Поедем на сазанчика и на квок пробовать. Крайний раз сюда приехал. Так, еще тут 4 крючка у нас. 4. Сейчас вот эту закинем просто, а ту с кашей нас сводим. Да что ты, родной, работаешь, он не хочешь? На игле. Пойдет. Так, вот так вот получается у нас. Так. Это, наверное, вот сюда вот так подвинем. Вот тут я в стороне одну закинул. Вот так зацепляете. И вот так. Так. Что, не дошло, что ли? О, есть, 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 друзья, есть. Есть, первый есть, друзья. Сейчас телефончик уберу. Ё-моё, трава какая-то начинается. Ух ты, ещё какая слизкая трава. Да ё-моё. Сейчас пока выпутаю, сойдёт, блин. Иди сюда. Сидит, красавица. Сидит. Сидит. О, бля, все крючки объела. А что, клевало, что ли? Не пойму, блин. Как хороший лещицок. Хороший. Опа. Есть. Бля, все крючки пустые. А что за фигня? Не клевало же даже. Хереть не стоит, надо, значит, эту проверить тоже. Ух, это лещи. Лещи хорошие у нас. Ах ты. Thank you.
Ну что ты, мозги забиваешь. Гля, крючки, прикиньте, пустые. А я сижу, жду. А как так, не пойму. Не клювало же, главное, ничего. Неужели мелочь обдирает? Неужели мелочь? Или мышь клювала, когда просто волны сильные были? Он дергал. Хотя... Опа. Крючочки, значит, надо сейчас... И этот вытащить будет. Так, гляньте, все пустые. Хереть не стоит. Не, ну так дергало, да. Но кто знал? Кто знал? Гляньте, хереть. Работать, все работать. Так, а тут у нас есть. Так, тут надо почистить. Трава начинает мести меня. Чистить просто ногтями, бум-бум, и все быстро и четко. И вот так, бум. Так. Ага. Нашел. Вот так, бук. Ага. Так. А то я сижу, фильм смотрю, а тут, оказывается, вон на чем у нас происходит. Ну-ка проверим. Может, здесь сидит уже? О, ё-моё, тоже травы сколько. Ух, травы этой. Ух ты, ух ты, ух ты, это да. Видели? О, сидит. Хереть, только закинул. Вот это красота. Ух, вот да, сидит, гляньте, как дрыхает. Блин, не сошел. Да тяжело идет, не думаю. Только главное... Не, сидит, сидит. Ух, хороший, ух, хороший, ух ты, ух ты-то, на самый последний крючочек, на самый последний прям взялся, ух, ух, вот это ряха, ни хрена себе, вот это ряха, вот это ряха. Ну-ка, домой, домой. Вот так. Вот это ни хрена себе лещара. Вот это еще больше. Вот это лещара. Тут килограмм полтора, наверное. Ближе к двушечке. Вот это лещ. Вот это лещ. Ну-ка. Где? Вот это, конечно, красота. Прям вот это мне нравится. Только закинул. Только закинул прям. Ну-ка, что там распуталось у нас? Ага. Пошел еще родной. Да тише ты. Тише. Ага.
И вот так проверяешь. Бук, опа, почувствовал вот дно. Чуть подмотал. Вот так. Опа. Есть. И вот так также ставим. И эту вытаскиваем. И эту вытаскиваем. Как я не люблю эту траву вот эту. О, опять что клюет. Или гулиные уже. Гулиные. Так, а тут у нас, конечно, надо будет вставать. Тут у нас подальше. О! Вон на что обжирает, походу. Смотрите. Ну, бычок был. Вон на что зараза обжирает, блин. Бычочек. Походу увидел, что я, наверное, вытащил. Плывет ко мне. Так, глянь, вот бычкососы, блин, пообожрали все. А потом думаешь, что не клюет, блин. Так, трава. Бум. Ударчик есть. Чуть вот так подтянул, проверил. Ага. И все, ставим. Вот такая вот, друзья, светодиодная лента. На ней наматано 15 метров. Палочка. Просто тупо ее вот так вот. Просто тупо вот так вот ее втыкаем. Ух, ух ты! Опять! Видели? В прямом эфире, как говорится. Как говорится, в прямом эфире прям. Так, сейчас мы. Опа! У нас тут чуть-чуть немного неудобно. Вот он сидит. Сидит красопед. Иди сюда. Иди к папочке. Какой. О. Вон он. Так. Иди сюда. Есть. На третий крючочек взялся. На третий крючочек. Вот он. Красавец. Чуть стемнело. И все, попер. Попер. Так. Ах ты!
надо последочек, скажет, я тебе устрою. Камеру чуть не смотрел. Все, обдал камеру мне. И так же ее опять. Бук. Упала. Чуть назад вот так подтянем. Поднял. Ага, и вот она сразу опять бук. И вот так опять. Тык. И вот так вот так же опять. Колокольчик. И занимаемся своими делами опять. О, бля, и этот что ли клюет? Тут дергало. Но дергало, скажу так, не сильно. Слабоватенько дергало. О, сидит. Что это у нас там такое? Ой, господи. Родной, тебя я отпущу. Я думаю, что там дринь. Такой маленький. Нам он не нужен. Ладно, буду насаживать. О, друзья, еще один. Хорошая поклевка. Такая прям была. Такой прям удар еще прям смачный прям. Это у нас без каши. А вон та левая с кашей. Ох ты какой! Гля какой! Сильнючий! Сильнючий какой! Ух! Вот он прям на передней сидит! Где у нас пацанчик? Вот. Прям на первый крючок взялся. Ну-ка. Ух ты, ух ты! О! Вот это да, друзья! Вот это я в шоке сегодня! Вот это я сегодня в шоке! Вот это я сегодня в шоке! Ну-ка! Ну-ка, ну-ка! Охереть! Вот это я сегодня в шоке! Вот это сегодня клюет! Чуть темнело, все, попер! Попёр, друзья. Ух, сидит. Тяжело идет. Ага. Иди сюда. Иди сюда. Сейчас мы включим. Последний крючок прям. О, хороший. Хороший красавец. Вот. Ах ты. Да что ж такое-то? Что ж ты будешь делать? А так, есть. Есть. Да что ж ты. Хорош, все, ты дома, ты дома. Дома, друг. Дома. Вот такие красопеды. Вы посмотрите. Лапти просто. Так, сейчас буду насаживать руки все в слизи. А, давай сейчас вам покажу быстренько. Так. Чё у нас там? Как у нас перепуталось-то? Крючки. Это
нас тоже полная. Вот она последний взялся. Видите, маленькие поводочки. Правильно, если сделаны, оно и клюет хорошо. Потому что на течение не заворачивает его, не пугает ничего. И все тип-топ. Так, сюда добавим чуть-чуть. Вот так. Закидываем. И пошел. Видели, какая поклевка? Дерзкая, да. Какая дерзкая поклевочка. Ну-ка. Что у нас там? Стойте. Последний опять крючок. Ага. Вот он, вот он. Домой, иди домой. Есть. Тихо. Все, ты дома. Да ё-моё. Ух ты, это лещи. Зачетная. Вот это клюет, конечно. Дай боже. Просто отлично клюет. Так. Не зря я сегодня побольше червячков нарыл. Навозненькие. Первый пошел. Второй пошел. Так, сюда чуть насадим. Можно еще одно. Второй пошел. Третий насадим тоже. Ветерочек стих. Сразу мушкара появилась. Фу. Прям не то слово. Моль какая-то, не мушкара. Но комары, мушкара. И точно так же прям пошел, родной. Ага. И вот так. Вот, друзья, еще одна поклевочка. Ну да, пошел. Есть. Не поверите. Сколько? Минуты даже не прошло. До какой минуты? Секунд 30, наверное, прошло. Ух ты. Сопротивляется как. Как сопротивляется. Вот так.
Так, иди сюда. Красавец сидит. Так, пацанчик. Есть. Он такой небольшой. Небольшой, но приятный. О, красавец. Только закинул. Только закинул прям. Так. Насаживаем еще. Пошел. Бум. Упало. И все, и ставишь. О, клюет, клюет, друзья. Ну, давай. Ну, давай, ты ж так клевал это. Друзья, моль или что это, мушкара какая-то, блин, миллион просто, смотрите, сколько летает. Просто нереально вообще. Вздохнуть невозможно, блин. Фу. Уже, наверное, 50 штук съел, блин. Вообще. Не поверите, не клювало, наверное, часа два, наверное. Охереть не стать. О, сопротивляется. Сопротивляется как. Ух ты какой. Наконец-то. Ух ты. Сильнючий какой. Ух ты! Вот это да! Ух, какой хороший! Хороший! Крупный, брат. Крупный. Хороший, крупный. Есть. Дома. Хорошенький. Вот такой вот. Обалдеть, часа два, наверное, не клювало. Я просто в шоке. Давай, пучочек.
Друзья, вторая. Я просто в шоке. Прошло минуту, наверное. Наверное, скорее всего, стайка какая-то мимо идет и клюет. Какая-то, наверное, стайка. Опять на последний крючок. Опять. Ой, только не путай, только не путай. Так. Есть. И опять на последний крючок. Ух, пузатый какой. Ай! Зараза. Последний крючок опять. Так, надо быстрее опускать, пока там клюет. Бум, ударил и все. Друзья, на следующий спиннинг только тот закинул, следующий клюнул. Вот это я в шоке, вот это я в шоке. А то сидел 2 часа. Тут у нас на третий крючок взялся. Есть. На третий крючочек. Ой, ё-моё, ушёл, что ли? Так. Так. Вроде опять клёв попёр. Вроде клёв попёр. Сидел. Я уже и фильм посмотрел. И все дела. О. Видели? Что творит? Все, отпустил, походу отпустил. Так, все, закидываемся. Еще один, друзья, только закинулся. Тут
точно. Клёв попёр 11:30. Ух ты, как тяжело идёт. Ух ты, это да. Ух ты, это да. Ух, вот это хороший. Вот это хороший речь. Ух ты, это. Ах ты. Ах ты. Ах. Ай, кричу. Вот это мамка. Так, по-быстренькому опускаем дальше. Пока клюет. Пока клюет. Мышкары нереально просто.